Добрый день, мои дорогие! Сегодня мы вместе с вами отправляемся в Швейцарию. Поездка длилась 7 часов, и стоила эта дорога, обошлась нам 35 евро. Спасибо волонтерам, которые нам помогли эту поездку совершить. Оставайтесь, ребята, со мной. Едем. Еще 5 часов дороги. Швейцария, город Базель. От Киева. В Киев, когда заезжаешь, вот это все. Это какой-то промышленный центр. Ой, Валер, смотри, какая дымка красивая в горах. Дорога была очень тяжелая. Все-таки 7 часов. В автобусе очень было много деток. Срывался дождь, а после второй половины дня он вообще пошел очень сильно. И казалось, что уже Швейцарию нам будет очень сложно посмотреть. Но, слава Богу, как бы нас это не остановило. А на следующий день было все прекрасно. При том, что был дождь, мы прогулялись, прошлись по Женеве. Поэтому, ребята, оставайтесь на канале. Дальше будет интересней. Все покошенное, все аккуратное. Ничего лишнего не стоит. Швейцария. Заборчики такие постоянные. Да. Они настолько аккуратно стоят. Все аккуратно. Ничего для рук. Ничего не валяется. Все, да. Да. Никаких бубов. Вот тебе и Швейцария. С левой стороны гора. Уши закрыты.
Покормим вашим хлебом. Покормили чаечек. И воробушки тут на лету хватают. Смотрите, все на маму. Ой, я понесу. Какой большой. Вода прозрачнейшая. Человек купается в Швейцарии, в озере. Вода просто прозрачная. Вот мне довелось покататься немножко здесь на Женевском озере. Ой, такая красота. Фонтан тут достигает 140 метров. Спасибо. Не за что, девчонки, не собирают. Да? Ну, слава Богу. Очень красиво. И сегодня вот тут девчонок наших тоже попросили нас, покатали вот бесплатно, ездим на такой катере. Очень красиво. Ну, в общем, спасибо, что сегодня были со мной в этом путешествии. Это экскурсия организована для украинцев. Она стоит 35 евро. Нам удалось вот сегодня прогуляться и показать вот эту красоту вам. Всем пока-пока, мои хорошие. Всех люблю, всех целую. Ваша Наталья.